Нервы натянуты, тело скулит, легкий туман падает осень. Я понимаю, почему так болит. Мне рассказали все ее козни. Снять двери с петель, раскрыть потенциал или научиться прощать. Куча идей. Она скачет по дому, зовет танцевать, шепчет, что любит. Ну а что делать теперь? Я-то знаю, на ком ее губы и с кем довелось ей ночь провести. Струны натянуты, борешься с зудом, который разрывает тебя изнутри. Я понимаю, мне надо уехать. Она просит остаться, а я не могу, мои чувства топор. Она встала у двери и говорит: ну, решайся, не увидимся долго потом. Она начинает тихонько смеяться, но видит мои слезы ручьем. Как ты могла с другим поебаться и думать, что я не узнаю вранье? Я так и сказал. Правда, мои губы молчали. Я просто не мог взять и принять. Дверь распахнулась, и я быстро отчалил, не дав ей слова на дорогу сказать. Сука, ну как же так можно? Я потерял все силы и веру. Любить человека до невозможного. И остаться ему искренне верным.